работа над красивыми словами. Если вы начали, ни в коем случае не бросайте. Пишем и мысленно или так прошептываем. Например, мне свойственно преображение. Далее. Мне свойственно прозрение. У меня есть друг. У меня есть друзья. Я полноводен. Я полноводен силами возможностями. Так. Мне свойственна простота. Важно, вот это так себе вводите в подсознание, так сказать. Я легко преодолеваю все жизненные препятствия. Так-то. Мне свойственен порядок. Мне свойственен порядок. Песня счастья, юности, здоровья звучит во мне. И пишем. Песня счастья. Уже от этого вы становитесь гораздо как-то возвышенности. Возвышенности уже у вас меняется настроение, уже у вас меняется эмоциональность ваша. То есть вы возвышаете себя. Песня счастья, юности. И между делом как бы немножечко юность свою вспоминаете. Здоровье, силы, богатство звучит во мне. Звучит во мне. Вот, хорошо. Путь мой к Богу. Путь мой к Богу, к Творцу. Мне свойственно духовное парение. Мне свойственно духовное парение. Сразу немножко представляйте, включайте воображение. Мне свойственен порыв. Мне свойственно радушие. Свойственно радушие. Мне свойственно радость. Мне свойственно радость. Что бы я еще хотел сказать вам, мои милые, уважаемые посетители моего канала. Нас учат всему, чему угодно, кроме самого главного. Вот это самое главное от нас скрыли, замаскировали, а именно о том, как надо взаимодействовать с вот этим окружающим пространством.
которое есть выражение творческих сил Господа Бога. То есть как с Ним взаимодействовать? Мы Его частицы, можем с Ним взаимодействовать, можем получать разного рода блага, но для этого необходимо правильно взаимодействовать, а не просто так «дай мне, дай мне». То есть я вот учусь этому взаимодействию. То есть наконец-таки я на 7-м десятке лет дошел до самой главной науки, а именно науки взаимодействия с Богом. Вот говорят там, что там молитвы есть, там еще что-то. Ну, как бы вам сказать? Важно докричаться до вот этих вот высших сил, которые могут вам предоставить какие-то блага. Более того, важно их заслужить, важно вот этот посыл свой донести до них. А то мы все так, знаете, пробубнили какую-нибудь там молитву, просьбу или еще что-нибудь. А у нас нету силы, у нас нету возможности, но мы не можем войти в этот тонкий мир. Вот что интересно еще. И поэтому ничего у нас особо не получается. А вот как раз вот эта наука, вхождение в тонкий мир, мир, где правят вот эти вот разумные силы, силы Господа, творческие вот эти вот все силы, с ними взаимодействовать и при этом, будем так говорить, просить то, что действительно вам нужно, на то, что вы не используете во зло кому-то, какому-то другому там человеку. Вот что очень важно делать. И тогда начнут сбываться желания, пожелания, здоровье и прочие вещи. То есть вот это вот наука взаимодействия с творческим разумом Вселенной, она как раз совершается через слова, через понятия. То есть мысль, вот интересно, мысль, она, как бы сказать, ну мысль размазана, вот мысль вроде мысль. А вот когда мы ее записываем, то мы ее, знаете, закрепляем в слово. То есть это уже слово, это уже печать, которая начинает работать. А мысль, она так, и нету ее. Вот была она, и нету. А слово уже такое, хоп, мысль собрала. И вот вы как раз, занимаясь методикой красивых слов, вы вот так вот окружаете себя вот этими вот благими помыслами, запечатлеваете их, и идет работа с пространством, и пространство наконец-таки поворачивается к вам лицом, и начинает происходить, можно так сказать, волшебство. Мы вообще-то живем в волшебном мире. Волшебство и на материальный уровень. То есть все блага, все, первоначально, вот как значит наша мысль, она все находится в тонком мире, там. И вот важно из тонкого мира все это притянуть сюда, в материальный мир. И не просто притянуть, а еще и окружить себя этим. Вот тогда-то будет жизнь волшебная. Так, у меня, мне свойственна радость, мне свойственно развитие. Вот я так пишу и окружаю. Мне свойственно развитие. Никто, говорит, вот этой науке самой важной, никто нас не учит, никто. А это самое основное. Если взять там вот эту Библию и другие, будем говорить, религиозные книги различных религий, вот там как раз об этом рассказывается. Ну так как рассказывается, я вот вам прямо говорю,
наука взаимодействия с тонким миром. А там так говорится, вот там помолился, там что-то сделал, то что-то получил, как бы вы не понимаете вот этого, знаете, редко кто может вот это как-то все связать в единое, что оказывается, что такое религия. Религия в переводе обозначает связь божественного с человеком. И вот эта вот связь, как если мы это с вами выстраиваем, то получается совсем другая жизнь. И, кстати, я вот с помощью методики красивых слов вот эту связь строю, вытягиваю и вам рассказываю. То есть это высшее, что может быть. А это просто один из инструментов, который позволяет связать вас с благами, с силами, с творческими началами тонкого мира. Итак, мне свойственно разум, да, мне свойственна резвость, мне свойственна резвость. Так, речь моя приятная и понятная. Я романтик. И что еще? Вот я вам все говорю, что мысль, она растекается, как бы сказать. Это сила, которая растекается. Но ее можно связать в слове. То есть в слове она уже связана, она уже имеет какой-то вес, она имеет какую-то более такую, знаете, целенаправленную силу. Но если вы еще ее запечатляете вот так вот на бумаге, то сила этой мысли, претворенной в слово и претворенной в запись, еще многократно усиливается. Вот такие вот вещи. Так, у меня есть рот. У меня есть родина, мне свойство родить. Я родник животворящих энергий. Потому что Господь создал меня таким. То есть через меня идет божественная сила. Это ж надо ощущать, понимать, а не просто так разбазарить. Так, роса, целебная жидкость. Мне свойственна самодостаточность. Так, мне свойственна самостоятельность. И, естественно, это я вот для себя подобрал. Вы можете подобрать для себя другие какие-то слова, которые вы считаете, что они мощно воздействуют не только на вас, они воздействуют на ваше окружение. Это важно понимать. То есть работа со словом подразумевает, что вы вот что-то услышали, какую-то фразу, она вас зацепила, вы чувствуете, что что-то такое оно на вас действует. Раз и записали. И вот так вот работаем. У меня царская страна. То есть вы, так как мы Божие творение, вообще-то, меньше чем царем вы себя не представляете. Потому что Господь, творческое начало, которое все потенции, все силы, все возможности, оно уже по умолчанию этим же самым наделило нас. Но мы тут
как слепые котята лазим в этом материальном мире, туда-сюда, там, тыкаемся, там, то-то-то-сё. А подлинная работа-то совершается в тонком мире. Поэтому вы себя возвеличиваете. Вот я, работая с вами, я всегда вас возвеличиваю. Не говорю, что вы там такие-сякие. Наоборот, молодцы, давайте, хоть что-нибудь маленькое делайте. Начиная с маленького, вы дойдете до большого. Итак, у меня царская стая. У меня царская стать. И дальше, знаете, вот эти слова и мысли сами идут, вот дополняют. И богатырская сила и здоровье. Привлекайте к себе, привлекайте. Стан мой, юный, гибкий, богатырский. Стан мой, юный, гибкий, богатырский. Так старайтесь не спешить записывать. Это тоже вот надо. Вы же работаете с жизнедателем, работаете с подателем счастья и всех благ, поэтому вы особо не спешите. Так, счастье мое огромное. Счастье мое огромное. Главное, чтобы вы вот купались в этих эмоциях счастья. Вот как-то вот все это было у вас. Работайте со своим умом. Пусть он работает так, как надо, а не глупости там делает. Так, мне свойственна справедливость. Свойственна справедливость. Так, у меня спокойствие. Я понимаю спокойствие как Божий порядок. У меня есть совесть. Совесть – основной инструмент, который вам подсказывает. Вот в этом вы правы, а в этом не правы. И стоит как-то меняться. Или не меняться, стоит поступать, не поступать. Основной инструмент. У меня есть совесть. У меня есть совесть. Мне свойственно служение. Оказывается, мне свойственно служение. Сама наша жизнь, вы знаете... Я все вам объясняю, как я пришел к понятию Бога, стоит ли в Него верить или не стоит. Бога я не знаю, так сказать, потому что там. Но вот такая фраза есть. Человек создан по образу и подобию Божьему. И вот отсюда я начал тогда и строить свои умозаключения. Каждая клеточка нашего организма – это... Нечто живое. Это нечто живое, которое живет в нашем теле, в организме, которое там питается, которое там выделяется и которое что-то делает. И оказывается, каждая клеточка нашего организма создана организмом для того, чтобы выполнять соответствующую ей функцию. Точно так же и мы созданы во Вселенной, призваны для того, чтобы вроде бы мы живем, вроде бы мы вот так как-то поступаем, но тем самым, вот всем этим важно понимать, мы создаем своеобразное служение. И это служение, конечно, может быть гораздо эффективнее, если мы понимаем, что мы живем в огромном организме, живом организме,
имя которому Господь Творец Бог. И в этом организме не то, что, знаете, вот тут надо тут копать, тут надо что-то брать, тут надо что-то драть, что-то на себя тянуть, а все это создано Господом для того, для Его собственных целей. Поэтому жить в этом мире надо очень тихо и разумно, не грябать лишнего там на себя, вот это я хочу. Не понимая, что тем самым своим хотением, неразумным хотением, ты наносишь вред не только окружающему пространству, а ты наносишь через окружающее пространство вред самому Творцу, который тебя сотворил. Это все равно, что клеточка, когда становится она раковой, она говорит: мне, я плодюсь, я только я. Начинает захватывать пространство в организме, начинает, значит, разрушать организм, что в конце концов может привести к печальному исходу, что касается организма. Но вот тут-то. Творец не позволяет этого сделать. Он не позволяет, чтобы его создание умудрилось разрушить его самого. Хотя разные там такие, так сказать, попыточки бывают. Вот такие вот дела. Ну, еще я сейчас допишу немножечко. Я думаю, беседа у нас хорошая беседа. То есть разные есть науки, разные есть знания. Но вот знание взаимодействия с творческим началом Вселенной, с Творцом Вселенной, с его силами, которые идут из тонкого мира, это является самое основное, самое что ни на есть основное. И тут различные инструменты. Я вам показываю вот один, с которым я там работаю в данный момент. Поэтому совсем, знаете, таким вот слово такое, добросовестностью и вниманием, что это очень и очень важно, отнеситесь к этой информации и поработайте. И сразу же, как только вы начнете работать, вы почувствуете отклик оттуда. Бросать не надо, потому что, знаете, к вам, как бы сказать, вы заявили о себе, потом раз и бросили все. То есть на вас откликнулись, а потом уже видите, сказали, а дальше никаких действий нету. И все забыли. Так чаще всего и происходит. Люди вроде что-то там сделают, вроде там, а потом все это забывают. И все идет на круги своя. Так. Совесть я написал, мне свойственно служение написал. Свобода на Господом, да. Свобода. Свобода дана мне Богом. Но она дана, свобода выбора. Но в любом случае ваша взрослость, ваша совесть подскажет, что можно делать, а что нельзя делать. Я строен. Вот многие хотят добиться того, чтобы у них фигура была хорошая, чтобы лишняя масса тела ушла, там жир и так далее. И они употребляют слово на букву «Х», которое само по себе худое слово, и оно тянет массу, знаете, вот как якорная цепь, которая тянет одну баржу, а к барже привязана другая баржа, третья, пятая, десятая. То есть вот это вот худое слово тянет за собой целую вот эту вот вереницу всего плохого, что есть в жизни. И применительно к тому, чтобы сбросить вес, его употребляют. А вы скажите, вот закройте глаза, можете сказать вот то худое слово, что вы там это, а можете и сравните, когда вы скажете себе: я стройнею,
вы сразу же окружите себя совсем другой энергетикой. Вы почувствуете некую благость, и ваши клеточки с благодарностью откликнутся на именно вот этот посыл «я стройнею». А вот на то с буквой «Х» начинающейся, вы почувствуете, что идет какой-то спазм внутри организма, спазм. То есть тайну слова «ну, надо, 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 надо». Вот я строен, я сверкаю от здоровья и счастья, понимаете? Вот все, окружайте себя. Я сверкаю от здоровья, счастья и силы, да? Мне свойственна свежесть. Мне свойственна свежесть. Что еще хочу сказать, раз уж у нас такая беседа вошла. Знаете, вот нам преподносят вот такой стиль жизни, что должна быть обязательно работа, должно быть там еще что-то, вы должны ходить на работу и так далее и тому подобное. Но на самом-то деле, вот если так вдуматься, человек может, да, обслуживая себя, он должен совершать какие-то действия, но не такие оглупляющие, одуряющие и сжигающие его жизненные силы, как, допустим, 8 часов быть на какой-то там работе, находиться. Человеку свойственно совершенно иная жизнь, иное взаимодействие и иная, будем говорить, работа, иная работа, а не то, что нам навязали вот так, вот так, вот так, иначе никак-то это. Это тоже как-то надо понимать. Раньше, это очень, конечно, давно, ну, не все люди, но жили несколько по-другому. А потом вот производство, и уже не производство для человека, а человек ради какого-то производственного процесса. Там, человек стал вот действительно винтиком, то есть божественную сущность человека настолько измельчили, превратили его в какой-то действительно винтик, который та-та-та-та-та-та. Вы не винтики, ох, не винтики. И если вы вот это вот понимаете, то меняйте свою жизнь. Я солнышко, мне свойственно сострадание. У меня есть состояние материальное, духовное. У каждого из нас есть состояние. У меня есть состояние духовное и материальное. Так. Мне свойственно сосредоточение. Так. Какая-то мысль пришла, надо было ее быстренько высказать, вам очень интересно. Ну, упустил. Мне свойственно сосредоточение. Я совершенен, ибо таким Бог меня создал. Совершенен, ибо Бог меня таким создал. Кстати, ну, на этом и закончим. А я пока скажу следующее. Вот эти все люди, которые
пытаются поменять пол, ведут себя не так, как будет изначально создал их Творец, тем самым они высказывают свое противление Творцу, считая якобы это ошибкой. То есть они идут против Творца. Против Творца. Очень интересно последить за жизнью таких людей. Таких людей. Вот они там решили что-то там такое сделать. Ага, мы тут не согласны. То есть то, что тебе дадено, то, что ты заслужил, ты вот, и если этого не понимаешь, ты говорит, а я хочу вот так, а я хочу вот это. То есть ты идешь против, вот как клеточка в организме, а я хочу там свою вселенную там сделать, я сейчас буду. И они превращаются вот в такую вот, знаете, ветви, которая не имеет своего продолжения. То есть это идет вырождение. И недаром, по-моему, в Библии, в других святых там книгах особенно подчеркнуто, что семя твое я сделаю там бесконечно. То есть тот человек, который правильно поступает в соответствии с замыслом Господним, он имеет и потомство, умноженное потомство. А те, кто идут против, естественно, ничего они не имеют. Ничего, они просто вот прожили и их не стало. Ну вот, примерно на таких словах мы с вами и закончим работу над красивыми словами. Поэтому, еще раз скажу, это работа с тонким миром, его возможностями, его силами, это самое главное. Работа для человека. Все остальное, есть плод того, что он там сделает. И если он постарается там, то здесь будет намного больше, нежели он просто будет работать руками. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.